Canon 50D. Замена двигателя зеркала. Для начала фотоаппарат необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике Canon 50D разбор. Чаще всего двигатель выходит из строя из-за износа, отработав заложенный ресурс. Откручиваем два винта, фиксирующие двигатель зеркала, левый. Затем двигатель вынимается вниз. Новый двигатель вставляем в положенную для него нишу, затем совмещаем крепежные отверстия и фиксируем двигатель винтами. Все, двигатель зеркала заменен.